Для многих сегодня такое понятие, как кремлевская пропаганда, является воплощением зла, доводит их до белого коленя. Я сам бываю регулярно в интернете, смотрю регулярно телевизор. Я не считаю какой-то это большим злом, какая-то ужасная пропаганда Кремля. Для меня большим злом является регулярная пропаганда блуда, разврата, проституции, которая льется у нас с экранов центрального телевидения. 8 марта, что мы видим? 7 часов вечера. На государственном канале показывается фильм «Красотка». Чему учит этот фильм? Уличная проститутка становится успешной, находит себе счастье в жизни, находит себе принца. Знаете, такой извращенный вариант американской Золушки. Чему учит фильм этот моих детей? Занимайтесь секс-индустрией, и вы будете успешным. Считаю, что вот этой пропаганды надо бояться. Не так страшна сегодня кремлевская пропаганда, как пропаганда блуда, разврата, проституции, особенно в нашей христианской православной стране.